Друзья, привет, на связи Денис. В этом видео я расскажу, как участвовать в промоушене и гарантированно выиграть 5 TVT, если вы являетесь верифицированным пользователем из Украины и все правильно сделаете. В принципе, никакого ноу-хау и магии здесь нету, но есть буквально 1-2 нюанса, которые все-таки лучше знать перед тем, как все это делать. Поэтому в данном видеоролике я вам расскажу про эти нюансы и плюс еще, так сказать, покажу в прямом эфире, как все это буду делать лично я. Более детально про промоушен. Это у нас, так сказать, симбиоз между биржей Binance и между кошельком Trust Wallet. И раздают токены TVT. Можно выиграть 5 токенов TVT за то, что вы купите 20 этих токенов TVT и застейкаете их, получается, на плавающую ставку. Вот, в принципе, и все. То есть вам нужно иметь аккаунт на Binance, нужно иметь кошелек на Trust Wallet и нужно сделать покупку этих 20 TVT и дальше положить их на плавающую ставку в депозит. Очень важный момент, 100% будет такой вопрос, уже даже у меня в группе в телеграм-канале задавали, а нужно ли покупать TVT? Да, нужно покупать TVT, чтобы участвовать в этом конкурсе. Если у тебя есть TVT и ты просто их сейчас положишь, получается, в плавающую ставку в депозит, ты не будешь участвовать в этом конкурсе, система тебя не пропустит. Главный смысл в том, чтобы ты купил эти TVT. Более того, ты их должен купить в определенных парах, или же за USDT, или же за BUSD, или же за биткоин. Вот только так, то есть обязан каждый, кто хочет выиграть в этом конкурсе и получить 5 TVT в подарок, то есть как бонусом, мы должны сейчас купить новые минимум 20 TVT монет. И купить мы их должны именно за USDT или за BUSD или же за биткоин. Только так это работает, со старыми TVT такой фокус не сработает и в промоушене как бы, ну, можете форму отправить, но вы не пройдете, это 100%, я уже это уточнял. Поэтому что нам нужно? Аккаунт Binance, Trust Wallet, купить 20 TVT, застейкать эти 20 TVT на бесстроковых заучаджениях, это не фиксировано, это плавающая ставка, не фиксированный депозит. И, собственно говоря, заполнить Google форму. Все, давайте перейдем, перехожу, получается, на Binance. Здесь прописываю TVT и ищу ту пару, которая мне нужна. К примеру, у меня это будет за USDT. Дальше иду сюда, опускаюсь. Беру маркет, беру, что я хочу купить не всего, я хочу купить количество и, к примеру, 21 монету, а максимальная сумма 20 TVT я могу купить, потому что у меня не хватает немножко тазера. Окей, я хочу купить 20 TVT, пускай будет так, покупаю TVT, ордер на 29 успешен, давайте его проверим, захожу в историю торговли, вижу, что я действительно купил 20 TVT. Все четко, значит, я вот, так сказать, минимум купил, хорошо, как раз хватило у меня тазера, ну смешно, но так и было. Теперь что дальше? Дальше я должен зайти, получается, вот эти вот депозиты. Можете зайти сюда. Давайте перейду на русский. Все-таки так более как-то комфортнее, мне привычнее. Или русский, или английский, но точно не украинский. На украинском, на Binance я еще, ну, редко-редко. Дальше заходим в финансы, заходим в Binance Earn. И мне нужны теперь, получается, нефиксированный депозит, нефиксированный стейкинг. Я могу пойти в фиксированный стейкинг, окей, он мне не нужен. Давайте нажмем фиксированный стейкинг, и у меня должен то открыться нефиксированный. Нет, нефиксированный здесь не открылся. Окей, идем назад. Стейкинг 2.0 нет, депозит. Давайте зайдем в вкладку депозит, и вот, депозит с плавающей ставкой. Это то, что мне нужно. Я прописываю TVT, и вижу вот TVT под 0.5% годовых. Сюда я должен закинуть свои TVT, которые я только что купил. Жму кнопку подписаться, вижу, что у меня есть TVT, были до этого. Ну, условно, давайте я сейчас даже все TVT туда закину, это не имеет значения. Нажимаю ОК, меня не пускает, давайте сделаем вот так. Или напишем уже четко прям 26. Нажимаю галочку «Я прочитал», нажимаю кнопку «Подтвердить». Все, я это все сделал. Что дальше от нас требует? Дальше заполни Google форму, ссылка на эту форму будет в описании под данным видеороликом. Сюда я вставляю свой Binance ID, сюда я вставляю свой Binance Smart Chain адрес. И здесь кликаю «Да», здесь кликаю «Да», и, собственно говоря, жму «Отправить форму». Где взять Binance ID и где взять Binance Smart Chain адрес, я записывал отдельные видеоролики. Если вам это нужно, то переходите, ссылка на эти ролики есть также в описании под данным видео. Друзья, вот, в принципе, и все. Раздача этих монет будет 29 числа, вроде бы, или 22. Давайте сейчас более детально мы даже можем это прочитать. Давайте глянем, выйдем назад. Значит, TVT нам нужно до 22-го, мы их получим. Этот конкурс у нас актуален с 2.09 по 6.09 и до 22-го на нашем кошельке Trust Wallet, это важно, не на Binance, а на Trust Wallet, для чего мы, в принципе, указываем Binance Smart Chain адрес из Trust Wallet, мы получим свои 5 TVT. Вот так вот это работает, буду ждать 5 TVT свои и я, отпишусь о результатах в своем телеграм-канале, поэтому, кому интересно, то подписывайтесь также на телеграм. С вами, как всегда, был Денис, ставьте лайк, если был полезен, всем пока-пока, зарабатывайте!